Модельные библиотеки в районах Калмыкии. По результатам конкурсного отбора Министерством культуры России на предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание в 2021 году модельных муниципальных библиотек в число победителей вошла Центральная библиотека Черноземельского района. Победителями были признаны 110 библиотек из 59 субъектов. В течение 5 лет поэтапно они будут переоборудованы и станут современными интеллектуальными и образовательными центрами. Черноземельская библиотека получит 5 миллионов рублей. Всего же на эти цели из федерального бюджета выделено 700 миллионов. Рублей. Модельный стандарт предусматривает создание современного библиотечного пространства, отвечающего запросам посетителей разных возрастов и потребностей. Книжный фонд будет обновлен на 10%. Там могут располагаться дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп. Библиотеку можно переформатировать в Центр культурной жизни муниципального образования. Кроме того, в учреждениях создаются все условия для обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья. Первая модельная библиотека, которая сегодня появилась в Черноземельском районе, это первая ласточка в такой громадной работе, которая была пройдена и в 2019, и в этом году. Но прежде всего я хотела бы сегодня вспомнить и Надежду Бадмаевну Ластаеву, которая приложила немало усилий. Это прежний директор Национальной библиотеки имени Мурсанана, которая достаточно много усилий приложила вместе с Ниной Васильевной Бадмаевой, руководителем Черноземельской библиотеки. И, в общем-то, благодаря их усилиям в этом году мы выиграли.